Всем привет! Сегодня у меня рецепт воздушной и очень нежной выпечки. Это песочное печенье в сахарной глазури с кокосовой стружкой. Оригинальное, красивое и очень вкусное. Это интересный вариант к чаю или встрече гостей, когда их хочется чем-то удивить и порадовать. Готовится оно быстро, формируется просто. Тарелкой всыпаю сахар, добавляя к нему щепотку соли, ванильный сахар и разбиваю одно яйцо. Продукты перемешиваю венчиком, так чтобы сахар растворился. Добавляю размягченное сливочное масло комнатной температуры и вливаю растительное масло без запаха. Продукты снова перемешиваю. Мне удобнее сначала это делать вилкой, а потом лопаткой. Если остаются небольшие кусочки масла, это не страшно. Они разойдутся при добавлении муки. Смесь становится однородной, и я добавляю в нее заранее просеянную муку. Сверху насыпаю разрыхлитель и начинаю все перемешивать. Когда масса становится достаточно густой, я добавляю остатки муки и вымешиваю тесто руками. Тесто получается очень нежное, мягкое и податливое. Печенье начинаю формировать сразу. Тесто в холодильнике я не убираю. Этот рецепт быстрый и вкусный. От теста я отделяю небольшие кусочки и скатываю из них шарики. Шарики я приплющиваю, немного прижимаю руками с одной стороны и формирую кусочек теста в виде капли. Полученную капельку я прижимаю вилкой, и получается красивый узор. Кусочки теста с рисунком я выкладываю на противень и ставлю в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Печенье готово. Оно немного зарумянилось сверху, у него красивое золотистое донышко. Осталось его украсить. Для этого мне понадобится кокосовая стружка, сахарная пудра и лимон. В сахарную пудру я добавляю лимонный сок и хорошо перемешиваю. Добавлять лимонный сок лучше понемногу, добиваясь нужной консистенции. Каждой печенице я обмакиваю в глазурь, а затем в кокосовую стружку. Получается красивая белая снежная шапочка. Так я украшаю все печенье. Процесс очень приятный, быстрый и легкий. Печенье выкладываю на металлическую решетку, чтобы глазурь подсохла. Можно также выложить его на пергамент. Внутри печенье получается очень нежное и рассыпчатое. Лимон в глазури дает небольшую кислинку. Если вам это не нравится, то можно разбавить сахарную пудру просто водой. Сочетание песочного теста с кокосом передает печенье изюминку. Очень необычный и интересный вкус. Если вам понравился рецепт, приготовьте себе вкусную выпечку. Это не занимает много времени. Буду очень вам благодарна за лайки и подписки, а также за все ваши комментарии. Всем самого доброго. Пока!